Вот все въезды в Ершов, все, какие только можно, закрыты. Даже на грунтовую дорогу, то есть тут вот все закрыто. Да, вот помимо всех вон тех второстепенных выездов, вот центральный въезд в Ершов сейчас так выглядит. Все закрыли, все перекрыли. Реальное видео, вот кольцо Ершовское. Соорудили временный пост. Там вот какой-то ларечек вот поставили, реально. Да, вот канарейка стоит полицейская. И вообще никого не пускают. Реально, я думал, это не шутка. Шлагбаум, все как положено. Обалдеть вообще.